Привет, Валеришка! Алло, Балди? Я дарю тебе часы времени! Это точно ты? У тебя какой-то другой голос. Они перенесут тебя в любое место! Я тебе не верю! Посмотри на кровати! Часы времени, что за бред? Хочу быть в Париже. Так, куда они тут нажимаются? Где я? Это же Эйфелева башня! Что это было? Балди, я хочу эти часы! Пройди мой новый паркур за 10 минут! Хорошо, пройду! С мамой! Валеришка Хим! А кем же мне одеться на Хэллоуин? Привет! Нажимай на красную кнопочку и на колокольчик, а за лайк тебе мур! Всем привет! Привет, друзья! Мам, давай за 10 минут пройдем новый паркур. А почему за 10? Я, ты знаешь, я тебе потом все расскажу. Не сильно играю, но давайте попробуем. Я попробую, смотрите. Мы поиграем. Я вот такая смешная. Мам, сейчас я покажу диско. Я Балди, мама. Да ладно! Какой я Балди. Я не знаю, какой из них ты Балди, но, наверное, вот этот первый. Да, Балди танцы. А ты видела на втором этаже? Это Хэллоуин, уже Балди стал такой вот. А я тебе еще какой-нибудь прикол покажу. Подожди. Помните это? Плейтайм хотела стать Балди. Балди, я всегда мечтала стать тобой. А ты математику хорошо знаешь? Нет, я в школе только на скакалке прыгала. Ну, тогда ты не станешь мной. Ах так, это мы еще посмотрим. Ничего себе, ребята, смотрите, она Плейтайм стала Балди. Лысая. А она еще и с зеленым теперь платье. Фонариком. И с синими штанишками. Даже синие штаны одела, вы представляете? А смотрите, как все в тыквах уже. Так, мам, нам надо пройти за 10 минут. Хорошо, пожалуйста. Хорошо, я буду стараться максимально. Смотрите, какие здесь еще. Балди Про. Это Балди Про? Да. А вот это, кстати, наши классические 3D. Персонажи. Но я, наверное, одену все-таки Балди Хэллоуин. Балди Терминатор. Ай, мама, я директор. Ого, какой директор, ребята, вы видели? Веселый. О, ему точно не повезло на Хэллоуин. Так, ну хорошо, давай начнем. Здесь, итак, кстати... Итак, я носочком прыгаю. Валерий, давай носок. Гля, у тебя какой. Ничего прикольный. Себе, Валерий. У меня носок счастливчик. Счастливчик? Косточки в штанах. Ты думаешь, тебе удастся пройти? Да, я же уже на директорах носочках. Давай, молодец. Я осторожно. Еще застряла, Валерий. А я на Бали теперь. А где мама? Мама постоянно опаздывает, Валерий. Мама, давай быстрее, скорее. Ты же так не выиграешь сюрприз. Так, я не знаю, ребята, но я застряла. Я теперь буду вот такой Плейтайм смешной. Суперсемейка? Да, я буду суперсемейкой. И я тоже из суперсемейки носочек. А я тогда вернулась вот на вот эти швабры. Вау, какая у меня скорость. Вау. Ребята, огромная скорость. А я уже на квадрикоптерах. Молодец, Валерий уже тоже вернулась в свой аватар. Я постараюсь догнать. Ребят, здесь, к сожалению, как только ты падаешь, ты возвращаешься в свой аватар. А возвращаться назад, менять аватар, конечно, очень далеко. Это невозможно. Поэтому придется заканчивать в своем уже облике. Да, потому что там, когда ты приходишь наконец на выигрыш, то там еще есть такие сюрпризы разные, да. Но мы вам покажем. Швабра. Я очень надеюсь, что мы дойдем. Да. Вот, новая Вау. Часть. Прикол, этого не было. Тут надо выбрать правильную карту. Ну я вот сейчас пройду. Мама, этих... ты нуб. Я нубик, ребята, что со мной случилось? Все нубики. Какая-то веселая квадратная. Нет, я упала и стала нубиком. Мне надо заново родиться. Я не хочу быть нубом. Мама, заново родись, ты все равно с этого места начнешь. Кстати, это самое сложное со штанами место. Хорошо, так, Валерий, переходи на шоколадку. А я иду к тебе. О, вот. Вот она, ребята, что же здесь делать? Тут надо выбрать правильно. Ау, мимо. Выбрать правильно. Правильный квадрат. Плейтайм. Какой выбираем? Плейтайм. Хорошо, я прыгаю за тобой. Запомните, плейтайм первое. Девочка... Тут девочка. Вот, да. За девочкой прыгайте. Прыгаем за девочкой. Девочка, скорее всего, уже проходила и знает правильные квадраты. А, я улетела. Мама. Куда прыгаем, направо или налево? Вот сюда. Так, все, девочка, спасибо, Роблокс, девочке. Роблокс Балди. Да. Она нам помогает, хорошо. Так, все, нам сюда. Давай сюда, скорее. Сюда, скорее, и все. Так, попросим. Все, ножницы. Давай на ножницы. Отлично. Запрыгиваем. Я уже на ножницах. Мама, ты что там застряла? Вы помните, у вас время ограничено. Да. Ребят, какой правильно? Тележка. Все, я в тележку. Дальше, куда мне? Балли. Дальше в этот, да, Балли. В Том и Джерри. А, дальше в Плейтайм. Похоже, да, она одна здесь. И Балди. Балди. Все, Балди остался. Все. Я
я догнала тебя, Валерий. Привет, мам. Я тут тебе линейкой сейчас постучу. А, это какая-то странная месту. Линейка красная, ребят. Это не линейка. Это давай на ножницы. Звездные войны, сила судьбы. Пиу. Линейка. Давай скорее на ножницы. По ножницам. Оп. Так, это создатели игры. А что это за круто. Двери? Создатели игры как двери создали. А, ну тут ничего нет новенького. Это музей дверей. А, просто двери? Да, выставка дверей. Серьезно? Покупайте наши двери. Давайте на линейке. Покупайте наши двери, мы будем рады. Давай скорее на линейке. На линейке все. Так, там цифры будут, ребята, вы ж помните. Самое сложное, помните правильную цифру выбрать. 17 уже было неправильно. 17 неправильно, да. Мы тогда уже с вами смотрели, это оказалось неверным. Оп. Ой, Валерия, осторожно, это самое... Кстати, нам в комментариях подсказали, что это. Это самое опасное место, на самом деле, в этой игре. О, как Валерии удалось пройти. Так, я иду за тобой. О, мама догнала, наконец-то, мама. Балди впереди, смотрите. А, кстати, я уже прошла все. Так, написали Балди, пишем плейтайм. Я сейчас на тележке застряла, никто не знает, как тележка. На тележке? Сейчас я плейтайм пройду, я тут с девчонками, а ты проходи тоже. Да, я пытаюсь пройти. Ребята, тут нужно писать название персонажа, если вы помните. Мам, я иду, уже плейтайм. Мы вот за тобой идем. Текстовые, правильно тут писать. Так, все, attention for you. Principal the scene. Написали директора. Так, Бали. It's a Bali. It's a Bali пишем. It's a Bali. А я тоже уже на Бали. А я уже прошла швабру. За мной девчонки еще идут. Много-много-много ребят. Все, я прошла уже. Ты швабру прошла? Да, все. Мы на тележке застряли. Ты что там, по-тихому чипсы кушаешь? Мы на тележке все застряли. Не знаю, никто не знает, как тележку. А, вот, все. Surprise. Записали. Surprise. Все, давайте, бежим. Балди, плейтайм, кто там еще у нас? Так, нужно всех обойти и будут цифры. Здесь очень осторожно, здесь главное пройти, не дотронуться, получается, да, до никого? Да. Но здесь тоже оно так опасно, ребят, на самом деле. Кажется, что легко. Ты где уже? Я пытаюсь пройти. Давай, я на цифрах. Вау. Это мы когда доходили в прошлый раз, мы здесь застряли. Да, 17 неправильно. 17 нельзя. Какой выбираем, 9 или 21? Сейчас, стой, мам, подожди. 21! По-моему, 21. Давай первое. Есть! А иначе бы заново, ребята, представляете? Да. Всю игру пришлось заново. Так, ладно, 20... давайте сюда. И все такие, 21, тут кемпинг в школе, ребята. Да какой нафиг кемпинг, идем уже. А зачем огонь в школе действительно развели? Балди, тут кастрики палят. Балди, как тебе, нельзя же здесь. Тихаря, два кастрика палит. Так, ладно, тогда мы с вами оказываемся уже в новом уровне. Звездочки. Потому что мы сюда не доходили. Круто! А что тут интересного? А кто-то кемпингом дошел сюда. Звездочки. Не знаю, мы сейчас посмотрим. Самый смелый дошел сюда каким-то персонажем. Кто? Ничего себе, это вообще кемпингом. ни разу не упал. Смотрите, здесь добавили лайки. Ставьте лайки, ребята. Ребята, тут написано thank you, спасибо за лайки. Лайк. Так, я иду за тобой. Вон ты, я вижу тебя. О, это кемпинг Балди. Капканы. Главное не попасть в капканы, ребят. И Балди понаставил нам здесь, так, конечно, их. Бежим отсюда. Так, сюда, скорее. Там уже, вау. Мимо костров. Там уже приз. Балди, дождик из Балди. Серьезно? Это дождь из Балди? Да, а я сейчас какую-нибудь фигурку хочу построить. Ребята, я такой первый раз вижу на самом деле. Классно. Балди, дождик. Круто, давай. Мы танцуем. Ты что, пошла опять на танцы? А я хочу, кстати, показать еще новинку, смотри. А мы танцуем. Здесь огромные балди, и получились бы эти... Кто это? Ведьмочки Хэллоуина уже оделись. Еще там есть это. Вау, я горку себе построила. Ничего себе, как ты высоко забралась. Круто, меч какой. Я эту штуку застроила. Это ты строишь, получается, себе пироженки какие-то, смотрите. Дорожные. А я еще вот здесь застряла на этом уровне. Хотела показать тебе, смотри, здесь новое. Паучок вверх ногами. Красивое вы это, плейтайм, видели? Да. А ты на качельке катаешься? Хорошо, я покачаюсь сейчас на качельке. А я на качельке катаюсь. Я не могу раскачаться. Ребята, что с моими руками? Ребята, что с моими руками? А у меня тело поменялось. Ребята, будете долго кататься на качелях, тоже будет такое. Все, я больше не хочу на качелях, ребята. Все, я себе построила штуку. А что это у тебя такое? Не знаю. Это какая-то невероятная постройка, Валерий. Валерий тут что-то строит, сейчас все застроит, негде будет бегать даже. А как ты это делаешь? Я тоже хочу, вот научи так. Меня. Так, это так. Подойти надо к цветной, да, вот этой штуке? И надо это. Нажать просто на... Нажать на...
понятно, где ты стоишь, и все. Мам, мы сейчас окажемся в Париже. Что за глупости? Что это у тебя такое? Часы времени. Take you off, I came away this drunk, cannot keep it low.